Еще 4 года назад здесь было чистое поле, а теперь целый производственный комплекс. Новое предприятие построили по самым современным принципам. Продуманы не только технологические тонкости, но и все для удобства сотрудников. Ведь устроиться сюда смогут сотни жителей Красноярска и Емельяновского района. Непривычное зрелище. Рабочие стоят у станков, а рядом за окнами шумят деревья. По словам руководства, заводы 21 века не должны быть похожи на серую промзону. Мы уверены в том, что в эти цеха придут люди работать с удовольствием. И все изменится. То время, которое не позволяло найти престижную работу токарям, фрезеровщикам, сварщикам, его больше не будет. Здесь будет и штамповка, и литье, и сварка, и сборка, полностью весь цикл. Сегодня таких предприятий еще у нас нет. Но мы сломаем эту традицию. На территории комплекса строится полигон для испытания вагонеток и электровозов, которые отправятся в подземные шахты за углем и рудой. И это будет лишь малая часть готовой продукции. Дробильные машины для добывающих комбинатов, станки для машиностроительных заводов. Раньше все это привозили в Россию и в край из стран Европы и из Китая. Доставка тяжелейших грузов требовала огромных денег и времени. Скоро от заграничной продукции можно будет отказаться. Вот из этого самого цеха скоро выйдет промышленное оборудование, которое разойдется по всему краю. Огромные мельницы будут перемалывать горную руду под Норильском, а мощные турбины вращаться в Саяно-Шушенской ГЭС. Но, наверное, самый амбициозный проект, который реализуют на производстве – ветровая теплоэлектростанция. Она должна появиться рядом с комплексом через 2 года и стать самым экономичным источником энергии не только в крае, но и во всей стране. Коль скоро и завоз угля на севера – это дорогостоящее дело, и выработка электрической энергии – то же самое. И вот сегодняшние предложения говорят о том, что себестоимость этого продукта, я имею в виду тепловой и электроэнергии, может быть в условиях севера даже не в разы ниже, но в десятки раз. На полную мощность комплекс заработает к 2023 году. К тому времени в нем будет уже 7 производственных корпусов. Уже сейчас предприятие получило заказы на 400 миллионов рублей. Востребованность его продукции в нашем крае невозможно преувеличить. Те же предприятия гидроэнергетики требуют постоянного обновления. Раз в 25-30 лет необходимо все силовое оборудование менять. А у нас на территории края находится 5 гидроэлектростанций, рядом находятся еще 2. Только по этому направлению мы имеем гарантированные заказы. И то, что предприятие может выдохнуться, этого, безусловно, не будет. На сегодняшний день в проект инвестировано порядка 350 миллионов рублей, а в ближайшие несколько лет будет вложено еще 3 раза по столько же. Производить планируют не менее 4000 тонн высокоточных металлоизделий в год. Мария Антюшева, Максим Галат, Енисей, Новости.